По первому вопросу. О внесении изменений в решение Назаровского районного совета депутатов от 7 октября 2021 года номер 8-85 об утверждении положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Назаровского района Красноярского края. Докладчик Джарон Пеналина Викторовна. В целях исправления ранее допущенной технической ошибки предлагаем внести решение Назаровского районного совета депутатов от 7 октября 2021 года номер 8-85 об утверждении положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Назаровского района Красноярского края. Поясняю, в пункте 9, в подразделе 9, пункта 3.2, программа звучит: программа, концепция развития муниципального образования может быть представлена в качестве иного документа, характеризующего профессиональные качества кандидатур, представление которых предусмотрено пунктом 3.1 настоящего положения и учитывается конкурсной комиссией при оценке кандидатур при проведении итогов конкурса.